Хорош, опасный. Вот так вот она текла жизнь. Но жизнь нам показывает, что она совсем не такая. Что жизнь остроумная. И мы сталкиваемся друг с другом. И вообще со всеми атрибутами жизни. Начинаем понимать, что судьба-то и мечта – это вещи разные. И что с этим делать? Я много уже прожил на этой планете. И, конечно, у меня есть друзья, которые остаются по-прежнему со мной. Есть люди, которые отошли в сторону. Ну и вообще много человеческих судеб, как у всех, у каждого из вас перед вашими глазами протекает. Давай. И я со временем понял, что для того, чтобы остаться человеком, нужно просто все невзгоды судьбы воспринимать как испытание с благодарностью и нести в сердце любовь и уважение к самому себе, к миру и к этим испытаниям. И, возможно, тогда душа повзрослеет и будет чувствовать себя счастливой во всех любых обстоятельствах. Всему и мы желаем как раз участникам специальной военной операции обладать этим пониманием. Вы знаете, когда я с ними общался там на передовой, они обладают такой мудростью, которой нужно еще поучиться. Так что их мечта, их судьба уравновешена. Песня называется «Вот она, мечта». Группу Агаты Кришна, смотри, сколько народу, да, сегодня 22-е. Февраля 2023 года. Видите, здесь у нас в городе Челябинске у нас проходит концерт. Различные события в преддвериях Дня Отечества. Вообще здорово. У нас. И тем не менее, вот. Народу у нас очень и очень много. Все радостные, все счастливые. До сих пор, вот видите, идут туда, подтягиваются. Ну, концерт, наверное, надолго. Так что вот, пользуясь случаем, хочу всех моих жителей моего канала поздравить с наступающим праздником. Опять же, повторяю, сегодня 22 февраля 2023 года. Ну, одним словом, завтра праздник, не за горами у нас получается 8 марта. Но тем не менее, вот сейчас я нахожусь в парке Гагарина, города Челябинска, и иду. Ребята барабанят, и вообще музыку видите, да? Давайте прослушаем наш, видите какие, да, шаманы. Шаманят, молодцы ребята. Потому что у нас это идут отлично. Молодцы просто. Барабанить самое то, так и захотелось прям в танец спуститься. А вон тетеньки, вон мороженка. На пуховике прилипла. У вас мороженое прилипло к пуховику, по-моему. Нет? Да. Понимаю, спасибо. Ладно, вот видите, подшутили мы над тетенькой. Пранк организовали. Так что она веселая такая пошла. Так что вот. Ну вообще все нормально. Ау.